Здравствуйте, меня зовут Мордасова Марина. Я мама Мордасова Владислава, которому грозит 8 лет лишения свободы за то, что он собирался провести мирный митинг со своим другом и другими мальчишками в поддержку ростовских погорельцев, которые лишились своего жилья из-за страшного пожара на Театральной площади, в районе Театральной площади. Также они приглашали людей прийти с разными другими проблемами на митинг. Например, обманутых дольщиков, тех, кому не выплачивают какие-то социальные выплаты положенные, ну и другие проблемы, которые есть. Однако в назначенный день, когда они подходили уже к памятнику, их сразу окружили ЦПЭ, и под предлогом проверки документов увезли в отделение. И там начались допросы, давление на психику, угрозы. В конце концов их отвезли, оформили административное правонарушение, отвезли в приемник, где также продолжались потом допросы, избиения. 10 ноября в результате многочасовых допросов, применение насилия и пыток к моему сыну, его вынудили подписать признание, сочиненное следователями. Теперь он обвиняется по статье 212, якобы за то, что он собирался провести массовые беспорядки с применением оружия, каких-то средств для поджогов. Однако же при них были только плакаты «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку», «Конституция» и «Мегафон». Вот. Теперь 3 и 4 октября, через несколько дней, ожидается последнее заседание, где будет приговор вынесен. Я все это говорю для того, чтобы вы знали, что каждый из нас может оказаться за решеткой только за свои убеждения, за гражданскую позицию. И прошу как-то поддержать моего сына. Спасибо.